Рад всех приветствовать, с вами RT Games, Руслан Терехов, и мы продолжаем серию Far Cry 6. Что ж, друзья, пишем в HD качестве, надеюсь, всем все это дело понравится. Так, ну что ж, идем на квестик. Короче, нужно кого-то остановить. Замечательно, пойдем и остановим. Так, вот кто это тут? Успокоили. Так, нужно починить наш вертолет. Думаю, этот уже отлетался. Так, здесь нужно, наверное, все-таки вылезти и починить его, да? He terrorizes the village. Chica said he'd be protected by Antonio Elite Soldare. Ну, короче, там нужно с кем-то разобраться, да? Посмотрим, где это находится. А находится совсем недалеко. Ну, пойдем разберемся. Полетим, разберемся с этими нехорошими людьми. Так, нужно было поставить таймер. Я обычно записываю, сколько я примерно пишу, чтобы слишком большие видео не были. Так, ну и что мы тут имеем? Какая-то деревушка, да? Готов. Так, прорываемся. Так, перезаряжаемся. Ах ты ж. Ладно, придется взять Супрему. Вот вы дадите мне Супрему. Есть, Супрема есть. Бомбанули. Так, темновато, вот ночь, конечно, немножко проблематично. Элитные солдаты, да, но нужно с этими бандюками разобраться. Так, тут записка какая-то. Записку. Хотя оно в двух словах, что там. All man in closest to man, I want my radio got to little brother. Не хочу читать. Вот не хочется, да, в этот раз. Так, с этим тоже разобрались. Нужно все-таки какого-то засранца найти, который тут всех терроризирует, да? Got here just in time. Так, где тут вот это алтарь? He terrorized all the village, да, но... The little ones remember no playing after dark. Не играть после ночи. Ну что ж, мы вроде всех тут зачистили. Fuck that shit. Немножко непонятно. Ну хорошо, Kill Rodrigo. Ну где же тут этот Rodrigo может быть? Это я вертолет свой увидел. Так, ну мне получается нужно здесь где-то найти этого Rodrigo, да? Потому что они тут всех местных жителей кромсают. Обычные вояки. А! Здравствуйте. Успокоили его, да? Все, мы с ним разобрались. Так, у нас есть вертолет. Что у нас там по времени? Минуток 5 пишем, да?
It's time to get out of here. Так, квест пройден, да? Chica, the ghost is dead. You won't be seeing any more statues. He's gone? Si, Chica, he's gone. Gracias, Danny. I didn't tell you, but the ghost was my husband. You married that sick fuck? I thought his sculptures were beautiful. Such striking images of pain. I loved to watch him at work. Until I found my name on his list of victims. You're just as sick as he was. Goodbye, Danny. I loved watching you work too. Короче, ясно. Яром story completed. Так, ну что ж, друзья, давайте глянем на карте. Возможно, у нас тут есть еще где-то недалеко Яром квест, да? Так, давайте посмотрим. Здесь конвой. Захват. Можно на аирдропчик сходить, да? Давайте, наверное, друзья, на аирдроп сходим. Как раз попишем. Попишем на аирдропчик. Ладно, нас интересует аирдроп. Так. В 200 метрах от нас. Около локаторной вышки, да? Ну, пожалуй, здесь мы сразу сядем. Ну и на вертолетике. Так, нужно, наверное, починить технику. Чуть подварим. Так, ну и где-то здесь у нас inbound airdrop. Не с этой стороны, с этой зайдем. Яран квест. Ну вот, airdropчик послушаем. Supply drop on the way to the fort. Copy. Retrieval team on route. Ага. See if I can beat those soldados to that supply drop. Да, конечно. Так, время пошло. Километр 700. Давайте ознакомимся, куда нам вообще лететь. На самом краю, да? Ну да, нельзя fast travel, потому что у нас как бы задание. Ну погнали, погнали, 3 минуты. Я думаю, как раз пройдем этот квестик и на этом серию будем заканчивать. Так, надеюсь, тут нету у них антиавиационных ПВО систем. А то избить могут. Километр 200. Ну да, тут рядом. На вертолете эти квесты делаются очень хорошо и просто. А серию можно назвать «Убить скульптора», не знаю, вроде как-то так. Так, ну что мы тут имеем? Уже можно снижаться. У нас еще порядка 2 минут есть. Можно еще один этот вертолетик снести. Нормально. Так, садимся. Ну, посадка у нас, как всегда, не особо. Не особо теплая. Готово. Готово. Успокаиваем. Надеюсь, тут еще кто-то хочет. Есть, есть. Нифига себе, жахнули по нам. Ну и подбираем аирдропчик. Fuck yes. There's a ton of good stuff here. Rank up. Rank up 13.
Ocean Real Estate, да, completed. Все, с этими тоже успокоили. Так, пишем 8 минут. Ну, давайте, друзья, глянем, что тут поблизости есть у нас еще, да? Есть еще ассалт какой-то, но может давайте еще на ассалт заскочим. Или же лучше серию покороче. Нет, друзья, сделаем серию покороче. Всем спасибо и до следующей серии.